Хочу поговорить, российских аналогов нет. Вот за последнее время на южном направлении уничтожено три панциря российских С-1. Можете рассказать подробнее об этом и насколько такое вооружение важно для захватчиков, насколько это болезненная потеря? Ну, любая потеря элемента противовоздушной обороны, она, естественно, сказывается на самой защите. Панцирь били и бьют. Более того, хочу напомнить о том, что затонувший «Циклон», малый ракетный корабль, который так и не сделал ни одного выстрела калибром, он, кстати, использовался как элемент противовоздушной обороны, потому что именно на нем был закреплен в том числе и панцирь С-1. То есть это эффективное оружие, которое враг использует довольно-таки активно. Более того, давайте перенесемся на секунду в Москву. Там и в Москве они используют в том числе панцирь С-1. Но не скажу, наверное, что панцирь сегодня уничтожается в таких промышленных объемах, как нам бы хотелось, но то, что это жирная цель для сил обороны, мы видим по тем кадрам, которые, в частности, вы сейчас показываете, потому что это эффективный элемент системы ПВО. Насколько аналогов нет, тут еще можно поспорить. Но в любом случае это оружие. Оружие, которое способно врага защитить. Чем меньше панцирей, тем врага можно больше пробивать, больше уничтожать. Для нас, конечно, это плюс.